Вода. Вода везде. Она дает силу всему живому на планете. Это та вода, от которой мы зависим каждый день, которую мы пьем, в которую купаемся, которую просто выливаем. Это та самая вода, без которой жить на планете просто невозможно. Но она может как нести жизнь, так и сеять смерть. Россия является огромной страной, где перспектива развития хорошей, качественной, чистой воды. Если говорить о цифрах в мире, только задумайтесь, 400 миллионов человек не имеют доступа к воде. Поэтому Россия здесь может стать прорывным в решении этих вопросов. Мы представили уже отечественную наработку по очистке воды. Это наш ученый Петрик в Санкт-Петербурге. Это прекрасная разработка. Эта разработка сегодня востребована в мире. На нее уже большой потенциал. В 2004 году научный мир облетела сенсация. В Манчестерском университете в США была открыта новая наноуглеродная модификация под названием графена. Сообщается, что в университете было наработано 8 миллиграмм этого вещества. Графеном прочит большое будущее. Меж тем, еще в 2001 году Международной ассоциацией авторов научных открытий было зарегистрировано открытие русского ученого Виктора Ивановича Петрика, на основании которого автором созданы и запатентованы технологии промышленного производства углеродного материала, который состоит из графенов и продуктов их преобразования, то есть открытых углеродных нанотрубок, наносвитков и других углеродных наноструктур. Суть этого производства заключается в холодной деструкции обычного графита. Все ваши открытия имеют неоценимое значение для человечества, составляют замечательную часть от вашей научной работы, которая ведется в настоящее время. Создали промышленное производство наноуглеродного материала, который мы назвали углеродная смесь высокой реакционной способности. Первые испытания были проведены на территории Америки. Испытывался лучший в мире активированный уголь, кокосовый орех и наш материал, который показал реакционные способности в 350 раз выше, чем активированный уголь. Вот в данном случае мы продемонстрировали рабочее состояние этого материала. В том ящике металлическом находится только УСВР. И на выходе в этом стеклянной колбе нефть, бензин, керосин, там специально много раз это демонстрировалось, земля все различные насыпается. На выходе вода, которая не содержит ни одной молекулы углеводородов. Это опытная установка. Посмотрите, что замешивается в обыкновенную воду. Нефть, песок и прочие компоненты. Теперь мы выливаем эту адскую смесь в колбу с обычной водопроводной водой. Мы видим масштабную экологическую катастрофу. А дальше начинает работать уникальная российская технология. Наноуглеродный фильтр превращает эту жидкость в питьевую воду. Вот она вода, которую я могу пить и наслаждаться жизнью. Ваше здоровье. Вы попробуйте воду, сначала попробуйте, а потом возблагодарите. Запахов нет, вкусно. Она действительно очень вкусная. Впервые мы сегодня видим реальное промышленное применение нанотехнологий. Как часто мы говорим, нанотехнологии изменят будущее. Где они? Вы их видели ли раньше? Так вот, сейчас мы видим технологию, и она востребована каждым жителем на земном шаре. В Кувейте привезли из пустыни этот страшный песок с нефтью и с кадмием. Мы смешали этот песок с УСВР и получили совершенно чистую воду. И я взял и выпил. И все сделали в ужасе два шага назад. И я протянул этот стакан шейху. Шейх понюхал и протянул его министру воды.
и сказал: «Тейсти, попробуй». Министр понюхал и вернул шейху назад. Шейх посмотрел на него пристально, поднял стакан и выпил. Через 2 дня он его уволил. Боязнь выпить очищенную воду всегда звучит вопросительно. Gut Wasser. No, ich trinke. Vielen Dank. Ich trinke auch. Wir sind tapfere Leute. В общеобразовательной школе номер 13 в Великом Новгороде установили фильтрацию разной мощности. Часть из них поставлена в начальных классах, остальные в пищеблоках и медицинских кабинетах. Данные фильтры качественно улучшают химический анализ воды, сохраняя при этом необходимые человеческому организму микроэлементы. Они предназначены для глубокой очистки питьевой воды от взвешенных частиц свободного активного хлора, железа, ржавчины, меди, жиров и остаточного алюминия. Вы мне скажите, так практично, это в уже в школах стоит, в больницах, все в роддомах? Все 100% школ Новгородской области. А, Новгородская область полностью перешла? Полностью, да? Все 100% школ. Ну, естественно, в Нижнем Новгороде сейчас начали устанавливать. И во многих, в Краснодаре, в Красноярске и прочее, прочее. Мы первые реализовали тогда программу, проблему, когда был разлив китайский. На Амуре? Шойгу дал сейчас транспорт, мы привезли в Челябинск. На наши знаменитые Теченские каскады, где 350 миллионов кубов, и получили питьевую воду после Теченского каскада. Поставили еще одну проблему, мы убрали из воды третью. И сейчас ставим в северо-западном регионе, в основном Бару, ставим первую в нашей стране и в мире установку по переработке жидких радиоактивных отходов. Жиро. Следоколов с атомных слоток. А разлива нефти на море, на воде рентабельность какая? Может быть, 5000 рентабельность процентов. Дело в том, что холодный синтез, не требуется оборудование, посмотрите. Мы можем запустить на корабле, где угодно. Вы не можете привезти 100 тонн сорбента на корабле, чтобы спасти ситуацию. Но мы можем привезти концентрат прибочки, запустить на месте, получить материал и ликвидировать любую катастрофу. Сейчас в некоторых Лукуни, сподвижник Анасиса, провел эксперименты на своих судах, когда подходит судно к берегам, когда отдало нефть или идет этот контейнер, его прокинет, поэтому его заливают балластными водами. Эти балластные воды, когда привозят, они с нефтью. Они стоят 3 суток, чтобы сдать на завод. Сейчас арабские и персидские страны все подписали, страны Персидского залива подписали конвенцию о несбросе вод в Персидский залив. И собираются строить гигантские заводы. Наш простейшее устройство позволяет получить питьевую воду, собрать полностью нефть, и корабль подходит уже с пустой. Спасибо большое. Здесь ровно 50 грамм. 50 grams of oil. Мы исходим из расчета, что 50 грамм должны быть реализованы 1 граммом. Нашего сорбента. 50 грамм для такой площади, безусловно, что сымитирована такая серьезная катастрофа. Вот этот один стаканчик, это мерка 1 грамма порошка. Предполагается, что очень хорошо, если море хоть в каком-нибудь волнении находится, то вы увидите, что порошок, то есть вода, абсолютно чистая. Здесь нет ни малейших признаков пленки. УСВР успешно поглощает большое количество нефти и нефтепродуктов в соотношении 1 к 50 в течение 5 секунд. Только новейшие технологии способны решить на практике эти крупнейшие проблемы человечества. В акваториях УСВР применяется в виде наполнителя бонновых заграждений или в виде рассыпчатого вещества. При прохождении через сепараторы, загруженные ОСВР, степень очистки существует до 0,03. То есть она уменьшается в несколько тысяч раз. Сертифицированная лаборатория сделала анализы воды, нам просто не поверили. Сказали, этого быть не может, сделали сами, убедились, только после этого дали заключение. Впервые решен вопрос таким образом, что на судне будут стоять свои уже готовые фильтры, сепараторы, судно само себя очистило, сбросило абсолютно чистую питьевую воду в акватории. Это продемонстрировано здесь, проведены большие испытания и такие, пока вот товарищи руководители этого судна решили пригласить уже такую важную делегацию для того, чтобы это продемонстрировать. Самое главное следующее –
есть ограничения для любого сорбента, называется это насыпной вес. Вы не можете взять сорбент, там, я не знаю, 10 тонн на судно, вы как раз займете все эти каюты и все палубы для того, чтобы возить с собой сорбент. И эта проблема решена тем, что мы на судне можем возить концентрат и без какого бы то ни было оборудования запустить реакцию и получить, допустим, в час необходимое количество, и 10, и 20 тонн, в зависимости от того, какое количество вы запустили реакцию. Вот мы видим, будто бы как тесто поднимается, но тайна всего этого – разрыв межатомарных связей. Без приложения каких бы то ни было энергий. Мы видели ведро графита, мы видели идущий процесс. Раз. В зависимости от модификации, которую я запускаю, если это модификация в режиме сорбента, это 400-500 раз. Если это модификация в режиме наработки нанотруб, наноструктур углеродных, это в 600-700 раз. Вот так вот, Леня, да, вот так это делается. 5 раз сказал. Да, это да. Вот, горячий опыт. Загрязнение окружающей среды оказывает негативное влияние на здоровье как минимум миллиарда жителей планеты. Количество потенциально зараженных людей – около 5,5 миллионов человек. Тип загрязняющего вещества – уран, плутоний, стронций, тяжелые металлы, радиоактивный йод. Здесь, на каскаде, в Челябинске, работают фильтры Виктора Ивановича, и в акваторию вода сливается чистой. Сюда неправомерно списаны почти 300 тысяч тонн химических отходов и незаконно сброшены в грунтовые воды. Огромная проблема – это жидкие радиоактивные отходы. Ну, понятно, что все предприятия Росатома без исключения имеют хранилище. Процессы производства электроэнергии невозможны сегодня, нет других процессов без использования воды. Соответственно, есть отходы воды. Есть огромные резервуары, в частности, Тещинский каскад. Огромнейшие резервуары, где объемы превышают сотни миллионов тонн радиоактивной воды. И вот те технологии, которые сегодня имеются, технологии мировые, мы говорим о мировых технологиях, они не решают эту проблему. Либо это высокоэнергозатратные технологии, которые не могут себе позволить предприятия, которые эксплуатируют данные установки. Либо это длительные по времени и невозможные в промышленных объемах установки. Тоже такая ситуация. Впервые предложена идея, и она опробована на практике, очистки жидких радиоактивных отходов в промышленных объемах по доступной цене. Думаю, что вы сейчас присутствуете впервые в мире и видите вот установку, которая позволяет решать эту задачу. Именно такую задачу. У нас отходы, которые нам удается чистить, это в первую очередь стронций-90, это кобальт-60, это цезий-137, это европий-152, 154, 155. Это те радионуклиды, те изотопы, которые и являются радиоактивными отходами и находятся в воде. Вот это все чистится. Это все реально чистится до уровня предельно допустимой концентрации. По нашим стандартам есть такой показатель ПДК, предельно допустимой концентрации. А есть понятие уровень невмешательства. То есть это та частота воды, которая возможна для использования в качестве питьевой. Вот эта установка из жидких радиоактивных отходов, где содержится порядка 2,5-3 тысяч бекерелей на литр радиации, позволяет
почистить эту воду до уровня невмешательства, до уровня 1 бекерельного литра. Вот о чем мы сегодня говорим. Красный Бор под Петербургом. Сюда десятилетиями свозились тысячами тонн опасные промышленные химические отходы. И не только с предприятий нашей страны, но и с предприятий бывших социалистических стран. Это место именуется могильником. Считалось, что кембриджские глины смогут сдержать эту смерть. Однако в результате постоянного пополнения водой, которая поступает в виде природных осадков, все емкости уже достигли своего возможного предела. Смертельные соединения вот-вот хлынут через край. Их количество уменьшают путем постоянного выпаривания. И они летят вместе с парами на крыши наших домов, проникают в наши окна, наполняют легкие наших детей. А ведь технологии созданы нашими, русскими учеными. Для их реализации нужна лишь добрая воля тех, кто решает наши судьбы. Это именно отсюда, с позволения сказать, озеро, была набрана вода. Здесь представлена серьезная делегация. Армейские генералы, генералы МЧС и члены правительства, отвечающие за это зло. С помощью этого сорбента мы сегодня показали, что просто при первичном пропускании через фильтр мы уже получили совершенно прозрачную жидкость. При следующей процедуре мы получили чистую жидкость, потому что там живут аквариумные рыбки. Третированная вода НТО является наиболее важным токсичным выбросом ядерной энергетической промышленности и поступает в окружающую среду в больших количествах. Оценка риска для здоровья человека, облучаемого малыми дозами третированной воды, может быть катастрофической. Наша работа направлена на извлечение из жидких радиоактивных отходов, что является изюминкой нашей работы, это локализация трития, содержащегося в таких отходах. Вот у Виктора Ивановича родилась такая идея после визита канадской делегации в «Золотую формулу», после того, как они рассказали о состоянии дел по детализации воды в тяжеловодных реакторах, я говорил вам относительно того, что в тяжеловодных реакторах образуется очень большое количество трития по сравнению с легководными. И концентрация трития стационарная, если не делать систему очистки, извлечения трития из тяжеловодного теплоносителя, может достигать там 60 кюри, 70 кюри на килограмм, что, естественно, представляет достаточно большую опасность, да, персонала, который обслуживает эти атомные электростанции в случае пролива воды, каких-то утечек, ну, других нештатных ситуаций. Канадцы сами занимаются этой проблемой. Но у Виктора Ивановича родилась такая идея, с учетом того, что в России есть достаточно большой опыт разработки технологии детализации, создать такую модельную опытную установочку из металла, который будет обобщать весь этот опыт, который накоплен в России, для того, чтобы это была такая демонстрационная установка, которую мы могли предъявить любому пользователю. Здесь вы видите стенд, разработан нами совместно с ЗАО «Прогресс-экология», который предназначен для определения емкости различных сорбентов по радиоиоду. Но не только по радиоиоду, а по определению в перспективе он может быть использован для определения вообще легких летучих радионуклидов, таких как тритий, углерод-14 и другие, и изучение емкости различных сорбентов вот по этим радионуклидам. Но в частности, мы на нем испытали сорбент, назовем его Петрика Виктора Ивановича, ультрадисперсный углерод, по-разному называть, ОВСР и так далее, и так далее. Вот. Значит, первые испытания показали, что вот этот сорбент, он может быть эффективен в случае прегнирования его калий-йод или другим йод содержащим соединением. То, что досталось нам, здесь примерно от уровня 10 нанометров до 100 есть определенные фракции, но основная фракция находится на уровне от 5 до 50 нанометров.
здесь гранул, зерен или вот этих штук, это примерно 20 микрометров, которые мы здесь изучили. Сейчас мы думаем, как более эффективно его опробовать для изучения радио-йода на разных предприятиях ядерно-топливного цикла. Это человек, ищущий новые пути и пытается сразу от теории, сразу это переносить это на практику. Личность интересная, многогранная, очень интересные сферы действия. Мне кажется, что мы вот с коллегами, которые были, хотели, что с этим человеком нам хотелось бы вместе работать в той области, в которой мы считаем себя, ну, по крайней мере, неплохо подготовленными. То есть очищать от третьего водные газовые потоки. Что мы и собираемся с ним сделать. Нами в данной установке использован катализатор, который разработан под руководством Петрика. Радиоинститут ведет как раз работу с рядом ведущих предприятий нашей страны, такими как ВНИПЕД, Российский государственный технологический университет и другими ведущими научными центрами, создание промышленной установки для переработки третий содержащих отходов. То есть это не просто технология, она уже вокруг нее все создано для того, чтобы ее применить масштабно. А сегодня в мире начинается масштабное развитие атомной энергетики, то, что называют ренессанс атомной энергетики. Все большее количество стран заявляет о том, что они принимают большие программы строительства атомных реакторов. По оценкам МАГАТЭ, в ближайшие 20-30 лет в мире будет построено порядка 500 новых атомных энергоблоков крупной мощности. Только у нас в стране, это было послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы до 2020 года должны построить 26 новых энергоблоков большой мощности. Это практически равно тому, что построили за все советские годы. Есть один главный вопрос к развитию атомной энергетики, потому что безопасность сегодняшних атомных станций обеспечивать научились в достаточной степени, там везде дублирующие системы контроля, системы безопасности будут совершенствоваться, но всегда у противников атомной энергетики есть один главный вопрос. Не может развиваться атомная энергетика без отходов. Неизбежно. Никакая энергетика не может развиваться без отходов, атомная в том числе. Собственно, главный ответ, который мы должны дать на сегодняшний день, это обладаем ли мы соответствующими технологиями, позволяющими эти отходы переводить в абсолютно безопасное состояние, доводить до уровня стандартов питьевой воды. Вот технология, о которой мы говорим сегодня, это один из таких ответов. Разработка академика Петрика Виктора Ивановича нам позволит очистить промышленные стоки в количестве, вероятнее всего, около 40 тысяч кубов. Промышленные стоки с литейного цеха, который находится этажом выше, собираются в общий коллектор и поступают в накопительную емкость данной установки. В результате процесса очистки с помощью нашей установки мы получаем воду питьевого качества. Вода приятного, имеет приятный вкус, чище, чем в кране. А сейчас я вам покажу то, что было в начале. Вот с помощью фильтра, который имеет такую степень загрязненности, вода поступает в начало нашей установки. Коммерческая линия с Японией. Я поставлял свой сорбент, а в Японии делали очень красивую вот такую салфетку, которая внутри была наполнена нашим сорбентом. Это было очень красиво. Она была сделана вот такими волной такой, и там в этих трубочках был сорбент. И тогда, допустим, вы пролили
ну, когда заправляете автомобиль, пролился бензин, всегда есть свет. Его ничем не вытянете. Но если этой тряпочкой провести, то на уровне молекулярном полностью очищается от бензина, от пролива. В таком виде вы могли бы поставлять вот это? Конечно, конечно. Присылайте сейчас первые контейнера. Метил тетрабутиловый эфир. Это добавка в бензин для повышения октанового числа бензина и снижения токсичности выхлопных газов. Это страшная добавка в бензин, которая загрязнила воду на всей территории США от штата Мэн до Калифорнии и которая вызвала проблему, названную самым серьезным экологическим кризисом будущих десятилетий. 10 лет назад Конгресс потребовал нефтяным компаниям добавить в бензин МТБИ, который заставил бы бензин чище сгорать. Предполагалось, что это приведет к очищению воздуха, но сейчас МТБИ появляется в озерах и подземных водах всего в 20% городских водоемов страны, вынуждая городские власти закрывать свои системы водоснабжения. С 1 января 2004 года использование МТБИ запрещено в Калифорнии. Введены ограничения в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, а также в других 4 штатах США. В 2003 году в США 1515 систем обеспечения питьевой водой были загрязнены МТБИ. Указанное число систем обслуживает около 40 миллионов человек, то есть 1/6 населения США. Почти 30 миллионов людей страдают от этого загрязнения в Калифорнии. По 2 миллиона в штатах Нью-Джерси и Массачусетс. По 1 миллиону в штатах Пенсильвания и Техас. В 1990 году президент Буш, старший, подписал национальную программу США под названием «Чистый воздух городам Америки». Согласно программе, в качестве октаноповышающей присадки в бензин стали добавлять метилтрибутиловый эфир. А уже через 5 лет все 7 скважин, питающих город Санта-Монику, были закрыты. Вода в них оказалась зараженной высокотоксичным химическим соединением МТБИ. В Америке появились первые города-призраки. Так, например, в связи с отравленной МТБИ водой полностью расселен город Гренвиль. Считается, что наличие в воде МТБИ свыше 20 микрограмм на литр может вызвать рак почек. Во многих городах не рекомендуется принимать горячий душ, так как эфир легко испаряется и может попадать в дыхательные пути. Сегодня в 23 штатах применение МТБИ запрещено законодательно. Конгресс США выделил на исследование проблемы несколько миллиардов долларов. 1 миллиард долларов был выделен в качестве грантов университетам и исследовательским центрам на разработку технологии очистки зараженной воды. При этом считалось, что если такая технология будет создана, то на очистку уже отравленной воды понадобится не менее 40 лет и не менее 200 миллиардов долларов. В ноябре 2003 года к Виктору Ивановичу Петрику приехали ученые из Америки с предложением принять участие в разработке технологий по очистке отравленной воды. Проблема была решена за 3 месяца. Результатом тщательных анализов воды стало заключение лаборатории Сьерру. Следов эфира в воде не обнаружено. Сейчас зараженная МТБЭ вода пройдет через систему, где будет обработана по технологиям профессора Петрика. Эта вода чистая. 15 апреля 2004 года делегация ученых и представителей аналитического центра США произвели на этой установке экспериментальную очистку воды от метилтетбутила. Анализы, произведенные в США, показали, что следы метилтетбутила после очистки не обнаружены. Технология прошла патентную экспертизу в США, получен американский патент. Мы надеемся, что сотрудничество с профессором Петриком принесет нашей стране огромные выгоды, как в экономике, так и в отношении охраны окружающей среды. Что особенно ценно, что господин Петрик не перерабатывает и трансформирует уже известные принципы, а изобретает совершенно новые. Инновации и изобретения профессора Петрика – это поистине достижение 21 века. Джордж Буш официально пригласил Виктора Ивановича Петрика на чествование дня рождения Буша-старшего.
самое главное, самое острое место сегодня – это безопасное хранение водорода на борту автомобиля. И над этим как раз и работают сегодня все ученые мира. В этом баллоне содержатся наноуглеродные структуры, покрытые платиноидами с помощью моей газофазной технологии. Господа японцы умеют хранить 1,8% водорода. 2,8% создали американские ученые. Вот здесь вещество, которое хранит 4,6% водорода. Требуется 6%. Я уже рядом. Делаем окно платиновое, создаем здесь давление, водород полностью проходит. А как может? Вот такая молекула, вот здесь атом и здесь атом. Если мы нарисуем молекулу водорода, и у нее атом вот такой, а здесь второй атом, а сама-то молекула вон какая, это связи. Ей не пройти, потому что пространство в платине межатомарное вот такое. Я в один объем налью 2 объема жидкого водорода. Мы счастливы, что приехали в Россию, так как вы нам показали наивысшие мировые научные достижения. Сегодня я видел у вас 3 или 4 эксперимента. Я смотрел с большим восхищением. Я ученый. Я очень получил очень интересные впечатления. Большое спасибо. Спасибо. Почему я делаю по-английски? Профессор Петрик, он не только, как сказать, выдающийся ученый, но он очень хорошо знает культуру, в частности, японскую культуру, там, хайку и там другие игры. Даже, да? И потом он очень хорошо понимает музыку, и он сам, как сказать, изготавливает музыкальные инструменты. Да? И у него очень широкий интерес, и вообще о науке у него очень широкий интерес. Нельзя сказать какое-то одно какое-то или второе какое-то специалист, вообще очень широкий как бы, диапазон, да, его знания. А как человек у него очень такой как, по пониманию культуры, там, его живопись, там, и знания там. Очень как сказать, широкий, поэтому как человек очень интересный, и нам даже трудно представить, как один человек может так много интереса и очень много знаний. Разработана программа перехода автомобильного транспорта на бензины Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Оборот бензина с октановыми числами 80 и 92. Эффективная добавка на основе наноматериалов позволяет получать бензины требуемого качества, улучшить экологические характеристики получаемого топлива. Россия должна была перейти на бензин Евро-3 в декабре месяце прошедшего года. Берутся 3 составляющих. Если их слить в тех пропорциях, о которых идет речь, они дадут на 0,8 повышение октана, но, естественно, сильно загрязнят выход по продуктам сгорания. Если же пропустить это все через нанокатализаторы, происходит что-то совсем непонятное. И все эти независимые испытания показали, что добавка 1,5% нам обеспечивает тот бензин желанный, который хотели сделать. 3% мы получаем бензин 96, 95, 97, а 4% и сотый бензин в том числе. И все показали практически, ну там чуть-чуть меняется. Это базовый бензин, это понятно, да? Это добавка. Но вот что ошеломило всех, ну и меня в том числе. И вот здесь как раз должна приходить на выручку Академия наук.
Вот это базовый бензин. Вот это норма считается, вот эта норма. А вот что получено в результате нашей присадки. Это абсурд. Если где-то добавилось, то там же и прибавилось. Но вот у нас уменьшилось. Вот почему сегодня мы говорим, что мы будем объявлять, Америка объявила чистый воздух городам Америки, когда ошибочно приняла МТБИ, метилтрибутилэфир, а мы намерены объявлять под флагом партии чистый воздух городам мира. Конечно же, в нашей стране частным образом можно производить присадку и продавать разным организациям. Думаю, что наша встреча полезна в плане рассмотрения неких идей нашего изобретательского сообщества, к которому относится Петрик Виктор Иванович. Мы знакомы достаточно давно и знакомы. Главное, что мы были знакомы до моего московского периода. Это очень важно. То есть просто как люди, которым интересна наука. Я считаю, что те сейчас усилия, которые принимает правительство в этом направлении, чрезвычайно важны, и они необходимы. Именно ускорить процесс от идеи до ее конкретной реализации. Вот Виктор Иванович в этом достиг достаточно великолепных результатов. По крайней мере, получение его наноуглерода, то, что вот сделал он уже давно достаточно, она совершенно великолепно работает практически, на мой взгляд, на три фронта. Он может, с ее помощью можно чистить воду, можно решать проблемы очистки земли, можно решать проблемы очистки воздуха и так далее. Это нанотехнологии. И у него к этому еще вот такой шлейф, что ли, от основного изобретения, уже практического использования, шлейф возможных вариантов. Вот это чрезвычайно важно. И вот его одна из особенностей, он из, вот решив, скажем так, теоретически эту проблему, получив первые практические результаты, вот у него просто дар такой, он очень быстро это внедряет в конкретные дела. Это чрезвычайно важно. Именно вот сейчас, вот в пору, в ту, в которой мы сейчас находимся, надо очень быстро реализовывать то, что пока иногда только на кончике пера имеет место быть. Это настоящий ученый, человек, который занимается, похоже, с очень большой самоотдачей, значит, наукой. Он в нее влюблен, он ее, значит, мало то, что любит, но это заражает еще и окружающих. Взаимное желание сотрудничать Академии и Виктора Ивановича, ну, Виктора Ивановича Академии, вот так правильно будет сказано, оно прозвучало, по-моему, совершенно открыто.